Так, залетел сом. Нет, опусти, опусти. Удар был мощный. Уже расслабились. Я уже засыпал. Камеру уже отложил, поэтому поклевка, ребят. Поклевка была зверская. Спиннинг из рук. Чуть меня не вылетел у полусонного. Мощен. Так, застегни спиннинг, застегни, застегни, приткни его на этот, воблер зацепите. И в стакан вот давай ставь. Положи подсак пока, давай займись этим. Там до подсака еще минут 10. В стакан. Потом закурив. Там где-то здесь. На 10 метрах недалеко. Перчатку одень, кевлар. А он не маленький. И аккуратно, там воблер будет, понял? Когда будешь брать. Подсак больше 25 не влезет. А я думаю, что здесь больше, ребят. Да, не пугаю. Пусть он, походит. Фрикцион у нас работает. Но я думаю, блин, если не за хвост. Здоров он. Фурнитура там вроде нормальная. Слава богу, это не реплика. Стоит родная Халка 150-я. Синего цвета. Покрашено сверху белым лаком. Да, я подкрашивал. Овер был покоцанный уже. Время не засекли. Ну ладно, потом на камере будет понятно. При монтаже. Пока освобождаю место здесь. Все ящики на это, на мыс. Тимофей, держи, жилет одень. Очки не снять? Нет, очки не надо снимать. Жилет, пожалуйста, одень и застегни его.
Валер, сначала синюю коробку надо было. И, пожалуйста, в порыве страсти не наступить ни на коробки. Так, еще, Валер, короче, знаешь что? Веревку подготовь. Вот здесь веревка вот эта есть, да. Палка там продета. Проверь палку, прочная она или нет. Распутывай, если что, будем его сейчас буксировать. Зараза. Я тебе скажу, все, не переживай. Я пока... Даже пузырей нету, блин. Кто это вообще? Зараза. Короче, случай, значит, надо будет продеть его всем здоровым через морду, вытащить жабры, лучше двойную. Да. Ну, двойную, короче, просто узел можно там, ну, не узел, а просто продеваешь и с двух сторон его берешь. Там я снимаю, ты здесь снимай. Почему пузырей нет? Ты не сон? Пузырей нету. Кто это? Без пузырей. Че, перчатку? Снимай, снимай. Он должен сдохнуть, иначе мы его не возьмем. Я не понял, пацан, он влезет или нет. Вижу, возьмем, он еще живый, жизнь. Живые всех живых. В нем 30-ка точно. Ё-моза, нет, не 30-ка. Так, под сак он не влезет. Камеру убираем? Да.
Так быстро, да. Так. Знаешь что? Давай-ка на весла и потихоньку туда. Там уберег, да? Нет. Блин, стой. Подожди. Все, будем принимать. Ладно, хрен. Оставь, все, оставь. Так, подожди. Блин, он сюда даже, наверное, зараза, не влезет. Может, на подходе держи? Держи. Так, Валер, достань дубинку мою. Ты должен попасть ему по носу. Не по воблеру, а по носу. По носу дай ему, по носу дай ему. Воблер, смотри аккуратно, не проткнись руку. Видишь там, где троник? Когда будешь принимать, борта не пробей мне. Да понял я уже. Просто на весу его, на вытянутой руке держи, потом пострахую. Видишь, не может открыть, он там, ё-мазай, там тройник. Видишь, как тройник встал? Давай под жабры буду брать. Не сможешь, наверное. Давай под... Видишь, тройник запутался там как. Вижу, под жабры, с этой стороны вот, заводи. За нижнюю губу, вот прям бери за нижнюю губу. Нет, не так, вот так, да, руку туда засовывай. Я не могу, он рот не может. А, тройник вон он где. Дай перчатку. Нет. Он рот не может открыть. Да, ему этот, вижу. Не дает, не дает. Он под жабры брать дверь. Под жабры брать дверь. Тихо, тихо, тихо. Под жабры, под нижнюю пробуй. С другой стороны. Дай дубинку. Да, я под нижнюю жабу попробую взять. За эту, куда с этой стороны бери. Да, 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 да. Он не может рот открыть. Не, за жабру бесполезно, надо брать за эту. Руку должен засунуть ему. Надо приподнять. Валер, все долго происходит. Он рот открыт. Вот, вот ротом он на весу сделает. Вот так немножко воздуха хватануть. Тройник надо вот этот. Еще чуть-чуть, да. Еще тройник чуть-чуть. Надо вот этот верхний. Не надо, не надо. Он вот этот может сойти. Чтобы да, он хватануть. Держится плохо. Молодец. Вот так держи его. Все, держи его. Ничего не сделает. Держи его крепче. Только со всей дури держи. Так, сейчас. Держи крепче. Сатиш, где? Куда дел? Не отцепляй, воблер. Держи крепче. Просто ты держишь его? Да, держу. Я вместе с ним туда уйду. Не должен.
Затаскиваешь. Да. Спиннинг, спиннинг, спиннинг. Есть, он здесь. Тяжелый папа. Ну поздравляю. Не зря все-таки катались. Весь день. Ты меня только не укуси, родной. Тихо, 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 тихо. Ноги, 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 ноги. Ну-ка дальше. Ногу убери в сторону. Ну вот мы его достали. Сколько в нем, бог его знает. 30, 40. Ну где-то так, точно не 20. Воблер Халка 150. Поближе покажу в обзоре. Все. Друзья мои, мы поехали.